Наприкінці листопада 2015-го Глухів створив сенсацію для всієї України. У колишній гетьманській столиці на виборах міського голови переміг француз українського походження. Здобувши українське громадянство, Мішель Терещенко, нащадок відомої на Сумщині династії цукрозаводчиків Терещенків, збирачів мистецтва і меценатів початку ХХ століття, пообіцяв глухівчанам небачені зміни і європейські перетворення. Проте історії свого успіху і злету до рівня маленького українського Парижа з ним Глухів не дочекався. Коли став міським головою, не з того почав. Людей масово звільняв, потонув у судових справах. Як оженився, так з тих пір більше у Києві живе, ніж у Глухові. Це такі думки ми почули у травні 2019-го, коли кількасот глухівчан, переважно освітяни та працівники соціального захисту, вийшли на протест проти беззаконня посадової особи місцевого самоврядування, що мав би бути гарантом законності у Глухові. Останні 4 роки за діяльність пана Мішеля Терещенка і пані Димішевою, діяльність була одна – знищити тих, хто хоч які має свою думку. Мене, наприклад, було звільнено двічі. Перший раз 4 догани звільнили суд, я поновилася. Другий мене звільнили за заявою Павленка за аморальну поведінку. Вони заявляли, що для нас головне – професіоналіст. Вибачте, я не хочу так себе хвалити, але я входжу в десятку вчителів, які займаються едкемпом. Тобто для Глухова це було велике таке подія. Я була директором школи впродовж 4 років. За ці 4 роки стільки було запитів прокуратура, СБУ. Жодного конструктиву не було. Тільки знищення, знищення, ви не працюєте. Да неправда. Якщо гарна ідея, ми завжди хотіли підтримати. Ситуація була така. Якщо щось хороше, це був пан Терещенко і Демішева. Якщо все погане, це депутати не дають нічого, жодного, я говорю разу. Щоб ми збиралися, давайте поговоримо, про що нам потрібно. Вони вирішували все самостійно. Сама пані Демішева одноосібно вирішувала всі питання. І повірте, ми тільки, нема ж ворогів в нашому місту. Немає. Ми завжди готові йти. І остання сесія – це підтвердження. 30 питань ми провели за 2 години. Бо за 4 роки жодної комісії взагалі не було. Нас ніколи не запрошували. Люди вже заморилися. Оце хто ваші, наші. Люди хочуть спокійно жити. Мішель Терещенко у своїй програмі обіцяв створити у Глухові 4 тисячі робочих місць. Зробити Глухів кластером вирощування льону і конопель. Купив старий завод, побудований у 1926-му, та інвестував кошти в обладнання. Проте у жовтні 2018-го заявив, що хоче йти в президенти, зазначивши, що не бачить сенсу далі залишатись мером, оскільки політичні сили в місцевих радах і центральна влада перешкоджають реформам і не дають можливості впливати на процеси у місті. Восени 2018-го продав підприємство бельгійській компанії, щоб запустити роботу свого виборчого штабу. А наприкінці листопада знову повернувся до виконання обов'язків міського голови Глухова. Так лихоманило Глухів аж до 25 березня 2020-го. Цього дня більшість депутатського корпусу міськради проголосувала за відставку міського голови Мішеля Терещенка та секретаря ради Олени Демішевої. Новим секретарем Глухівської міської ради обрали депутата Юрія Бурлаку. На своїй фейсбук-сторінці 2 квітня пан Мішель назвав рішення глухівських депутатів рейдерським захопленням влади в Глухові, місті на кордоні з агресором. На протяжении 2 лет он писал заявление. Он пытался, в моем понимании, играться в политику. То есть он у него первоначально, в моем понимании, был цель не мэр города Глухова, а минимум депутат Верховного Совета. И поэтому вот этим популизмом, там игрой, то, что его обижают, у нас же как обиженных любят всегда, нас обижают, нам не дают там работу и тому подобное, вот он таким образом пытался поднять себе там статус. Он писал заявление 2 раза. О том, что слагаю полномочия. Есть статья 79 закона о местном самоуправлении, где действительно есть право мэра написать заявление о сложении полномочий досрочно. Право отзыва законом не предусмотрено, эти заявления. То есть он написал, депутаты должны принять решение. Не просто рассмотреть его вопрос, а принять решение. Он игрался этими заявлениями тогда, когда у нас не было большинства. Вот он, я напишу, вот вы меня там пожалеете. Ну, как можно пожалеть там, или кто будет его жалеть, человека в городе, где обещано было много, а не сделано ничего? Мы подняли, вынесли решение на сессию городского совета и проголосовали за то, что удовлетворили его заявление.
Все, с того момента он, с 25 апреля, он утратил полномочия мэра. Он стал простым гражданином города Украины, проживающего в Киевской области. Следующим решением было досрочно прекратить полномочия секретаря городского совета Демышева Елены Николаевны. Кто такой секретарь? Это дипломат, который должен был объединить работу всего органа законодательной власти города городского совета. В реальности это второй политик, она себя сделала политиком или назвала себя политиком, с неограниченными полномочиями, как они считали. Что хочу, то и делаю. И по принципу, по беспределу. Увольняли людей, суды их восстанавливали, государственные деньги с бюджета доставали за то, что за вынужденные прогулы и так далее. Поэтому была и она отправлена в отставку, скажем, команда избрала на этот пост меня. Юрій Бурлака у владі давно. Він був заступником міського голови і 5 років міським головою Глухова. На виборах 2015 року Мішель Терещенко став його головним опонентом і суперником. Але набравши 8414 голосів і маючи високий кредит довіри людей, провалив усі їх сподівання на зміни. Последние два года, по утверждению самого Терещенко, управлял он городом дистанционно, находясь, проживая в Киевской области. Вот, а здесь исполняла его обязанности секретарь городского совета Демышева. Вот, я их называю квартирантами. Почему? Объясню. Когда человек покупает квартиру, он пытается сделать ей ремонт какой-то. А квартиранты не пользуются тем, что было до них, и не пытаются ничего, ну, максимум какой-то косметический ремонт они делают, и все. Вот почему я их называю квартирантами? Это можно даже посмотреть не только там на городе, это на здании даже самого горисполкома. Ну, ничего вообще не приобретено, только все уничтожено. Включая там машины, здания, техники нет даже для работы, там управления делом нормально. Ну, это ладно, это мелочи. Що ж більш глобально? Юрій Бурлака говорить, перше і головне тепер – це швидкі антикризові дії. Сьогодні місто треба витягувати із кількох прірв одночасно. Почнемо водоканал. В своє время, в 16-му году, господин Терещенко решил поігратися в популізм. Опустили тариф на воду на 1 гривню. Що таке 1 гривня для міста Глухова? Це 1 мільйон кубов, піднятих з недр. Вот 1 миллион умножаем на 1 гривну, мы получаем в год, недополучил водоканал, 1 миллион гривен. И на сегодняшний день предприятие только по подоходному, по НДС, он должен государству уже со штрафными санкциями более 2 миллионов. На сегодняшний день все имущество, вся техника коммунального предприятия «Водоканал», которое является монополистом в этой отрасли в городе Глухове, описано. И решить проблему просто одним поднятием тарифа – это просто невозможно. То есть на сегодняшний день надо залезть в карман каждому человеку, достать деньги и заплатить за, опять же повторюсь, популизм Терещенко. То есть он уничтожил таким образом практически предприятие. Программа социально-экономического развития, для понимания, принималась в городском совете при отсутствии даже руководителей предприятия, то есть основных людей, которые благодаря своим там вложениям, своим инвестициям в развитие города, в развитие предприятий, создание рабочих мест, они не присутствуют и не участвуют в разработке. То есть дали какие-то цифры, вот давайте мы по ним и работаем. На сегодняшний день самая главная задача, в моем понимании, это собрать всех руководителей предприятий, тем более понимая, что экономика в упадке и карантин накладывает свои определенные ограничения на все это. Необходимо собрать, определиться, понять проблематику этих предприятий, где необходима там помощь власти в каких-то вопросах. Может быть, где-то они подставят там свое плечо в этих вопросах. Но люди должны быть максимально заняты, потому что, тем более, сейчас приехали много людей из Европы, где куда сейчас не пустят на заработки. Их необходимо где-то туда устраивать. А людям необходимо семьи кормить, самим понимать свое будущее. Поэтому без, скажем, диалога с предприятиями, с малым бизнесом, средним бизнесом, априори власть не сможет ничего сделать. Вот необходимо идти, находить диалог и именно вместе с ними писать ту программу, которая, ну, по крайней мере, застабилизирует, я не говорю там уже о каком-то развитии, хотя бы застабилизирует ситуацию в городе, не даст возможности дальше лететь в пропасть. Вопрос проведения медицинской реформы. Все они кричали, радовались, сейчас заживем счастливо и богато. А в реальности оказалось о том, что 1
апреля вступил в действие второй этап реформы медицинской. И на сегодняшний день коммунальные коммерческие предприятия, как и по Украине, это бывшие больницы, в том числе и Глуховская больница, они получают деньги с НСЗУ напрямую, с Национальной службы здоровья. Так вот, данные, которые подало руководство предыдущего города, оно курировало эти подачи документов, а отвечала за нее генеральный директор, которого они же по конкурсу назначили, это депутат городского совета Кияшко Анатолий Иванович, подали такую статистику, что НСЗУ выделила денег в 4 раза меньше для финансирования нашей больницы, нежели этого необходимо. И поэтому уже в апреле стал вопрос о оплате заработной платы для людей. Пришлось нам с бюджета, городского бюджета, доставать 1 400 000 денег для того, чтобы хотя бы дать возможность людям получить аванс. Зарплаты, получить зарплату люди не смогут, потому что НСЗУ до сих пор не решила вопрос. Что делает генеральный директор? Он просто убегает на больничный. Он не решает проблему 500 человек, он просто ложится на больничный. Нехватка нашей больницы финансирования – это порядка 25 миллионов. Глухівська центральна районна лікарня має сучасний парадний вигляд. Будівля утеплена, але попри це, розповідають медики, у колективі ситуація напружена. Проєкт утеплення був здійснений у 2013 році. Це був, наскільки я пам'ятаю, це Кіотський договір, так, за рахунок державних коштів, які були надані. Проведене утеплення центрального корпусу нашої лікарні. Я, наскільки пам'ятаю, це була мінеральна вата. Поверхня була відштукатурена і проведена окраска, і всі вікна, всі двері були замінені на теплозберігаючі. Ефект, ефект дуже гарний, тому що до цього року у нас дійсно було в приміщеннях, в палатах взимку холодно. Після утеплення в зимовий час зараз. Дуже теплі палати в відділеннях, дуже тепло. З 1 квітня ви вже увійшли в ту медичну реформу, коли ваш заклад працює вже з НСЗУ безпосередньо. Яка ситуація зараз? Ситуація на сьогоднішній день в нашій лікарні склалася дуже складна. Тому що ми підписали угоду з Національною службою здоров'я, яка нам була надана 27 березня. Відповідно до цієї угоди фінансування склало, якщо я можу конкретно сказати. Тобто на 9 місяців нам було надано 9 695 тисяч на період з 1.04 по 31.12. На цей місяць, на квітень, також нам було надано, розрахункова сума складала 1 073 313 гривень, отримали ми 867 тисяч 700 гривень. Звичайно, що наша потреба значно більша, тобто якщо ми отримали медичну субвенцію за березень місяць, це склало 3,8 мільйона на місяць. Тобто 867 тисяч, то звичайно це сума невелика, яка не покриває наших витрат, і це 26% тільки на заробітну плату. Інших витрат ми не можемо здійснити за рахунок цієї суми. Ми зверталися відразу, як тільки отримали цей договір, до Національної служби здоров'я, до керівника, до регіональних представників. Нам було обіцяно, що наразі це питання на сьогоднішній день вирішується. Складна ситуація склалася з процедурою гемодіалізу. Ми маємо це відділення, де знаходиться на лікуванні на сьогоднішній день 30 хворих. В середньому десь 390 процедур на місяць. Кошти нам надані на 22 процедури. Міська рада нам, дякуємо дуже, виділила з місцевого бюджету 500 тисяч на закупівлю розхідних матеріалів для діалізних хворих. Також була надана спонсорська допомога представникам ретарду. Тобто ми зараз забезпечені у квітні і забезпечені частково на травень. Але якщо коштів не буде, то процедури гемодіалізу також будуть під питанням. Було виділено ще 1 400 000 з місцевого бюджету на виплату заробітної плати, аванс ми виплатили нашим співробітникам. Це ж не тільки у вашій лікарні, що не вистачає коштів. Це сама реформа не продумана? Чи не продумані були розрахунки, коли подавали ще документи? У всіх лікарнях у нас, звичайно, що дуже зменшені випадки, які ми лікуємо, які в нас проводилися. Ми розраховували, у нас попередня цифра розрахунків була, отримана від Національної служби здоров'я України, це 43,8 мільйона на 9 місяців. Тобто ми надіялися, що така сума нам буде, хоча б така надана.
А які послуги, ну, на які послуги ви заключили? Послуги, значить, ми заключили пакети. Це амбулаторна допомога, вторинна спеціалізована. Це допомога стаціонарна без хірургічних втручань, стаціонарна допомога з хірургічними втручаннями, причому у нас цілодобова вона йде з підвищеним коефіцієнтом 1,3. Це допомога при пологах. У нас пологовий будинок зберігся зараз. У нас тут народжують жінки із Путивля, ну, і інші, із Кралевця є. Також лікування пацієнтів методом екстракорпорального гемодіалізу, ведення пацієнтів з ВІЛ. І два пакети у нас – це езофагогастродонескопія та гістероскопія. Ну, ми рахуємо, поки що в нас цих апаратів немає, ми заключили угоду. На час, можливо, би ми закупили ці апарати, тому що спеціалісти є, процедури проводити ми можемо. Нам міська рада виділила також 930 тисяч на закупівлю необхідних ЗІЗів. Якщо навіть працювати цілодобово і повними бригадами з реаніматологами, інфекціоністами, терапевтами, ну це на десь приблизно на 5 діб. Екскурс у політичне підґрунтя теперішньої ситуації у Глухові продовжуємо питаннями про стан міського бюджету. На протяжении 3 лет нас делали, ну, мы как оппозиция, кто в то время к власти, нас делали заложниками ситуации в том, что мы не голосуем за бюджет, который предлагает власть. Несогласие было в том, что мы требовали о том, чтобы деньги, которые зарабатывает город сам с налогов, шли непосредственно на городские нужды. В первую очередь закрыть всю социальную сферу. Должны быть врачи, медицинские работники, учителя, дошкольные учебные заведения. Должны были быть обеспечены зарплатой на 100%. Это первоочередное. А деньги на развитие инфраструктуры должны были быть привлечены из фонда, государственного фонда развития, из государственных субвенций на социально-экономическое развитие и так далее. То есть власть должна была не сидеть в кабинетах на стульчиках, а ездить в Киев, в Сумы, предлагать свои проекты на развитие инфраструктуры, тем более их очень много в городе Глухове, и таким образом втягивать дополнительные ресурсы сюда, включая всех, там, депутатов, там, премьер-министров, кого угодно. Но этим не занималась власть, к сожалению. Поэтому и в этом состоял вопрос, почему мы зачастую не голосовали за те проекты решений, которые предлагала власть. До января этого года у нас не было большинства. У нас было 16-17, они не допускали депутатов, которые имели право голосовать на сессии, они просто не допускали по беспределу, не допускали к работе в сессии. Мы прошли несколько, ну, не один круг судов по этим вопросам административных. Мы доказали всех депутатов о том, что они полномочны в своих решениях. И вот с этого года у нас большинство, поэтому никаких проблем при принятии решений по бюджету, по программе социально-экономического развития нет, потому что принимаются бюджеты, которые предлагаем именно мы. Как тогда, как оппозиция, на сегодняшний момент мы реальное большинство в городском совете. И мы сказали о том, что принял на себя ответственность за власть, мы отвечаем теперь за все проблемные вопросы в городе Глухове, независимо, кем они были накоплены, в том числе и предыдущей властью. И их проблемы все равно это проблемы глуховчан. Это не проблемы там Терещенко, который уехал в Киев. Это проблемы каждого жителя, который проживает сейчас в городе. В том числе и меня, моей семьи, моих детей, внуков. Зараз у Глухові багатьом службам не вистачає часу. У різних районах міста бачимо роботи з благоустрою, ремонти доріг і питаємо у секретаря міськради про першочергові плани. У нас, напомню, 34 депутата по закону. Они избраны, это 6 фракций. Большинство, которое голосовало за снять, это 3 фракции, 3 политических сил. Это УКРОП, ББП, и, или сейчас Европейская солидарность. И самая большая фракция, которую возглавлял партия «Воля народа». На сегодняшний день, скажем, в команде работают и радикальная партия, и депутаты, они вышли из партии СДП, ну, они не фракционные, то есть 3 депутата, которые раньше избирались по спискам партии социал-демократической. То есть у нас на сегодняшний день 24 депутата, и на сегодняшний день есть большинство, которое готово работать независимо, скажем, мы исключили из нашего понимания на сегодняшний день вывески политических сил, есть группа людей, которые готовы просто брать ответственность за те принятые решения, которые принимаются на сессии городского совета. Мы надеемся, что в этом году будут все-таки привлечены деньги на реконструкцию. У нас есть проект
он уже, скажем, еще за моей каденции разрабатывался в начале, и при предыдущей власти пытались подавать документы на ДФРР. Это реставрация одной из котелен, там, заменой систем подачи тепла, заменой там, асфальтного покрытия. То есть это такой целый огромнейший комплекс мероприятий. Там более 5 миллионов денег с софинансированием городских денег. Второй вопрос – это выделение денег с государственного фонда на реконструкцию дорог. Давно у нас в городе не привлекались деньги государственные. И в этом году первоначально стояли всего 2 миллиона только на одну из улиц. Опять же, благодаря обращениям к депутатам областного совета Олегу Анатольевичу, Марии Николаевне и Надежде Алексеевне, было принято решение о том, что городу будет выделено 5,7 миллионов. Из них 2,2 миллиона прямой субвенции на управление жилищно-коммунального хозяйства для ремонта одной из улиц, это улица Пушкина, которая не только является улицей городского значения, она и связующая между государствами. По ней идет дорога на таможенный международный пункт таможенного контроля Катериновка. Еще запланированы там три улицы, которые несут самую главную нагрузку, это дороги до школ. Одна там до школы интернат, вторая до областной, кстати, коммунального учреждения. И две школы в отдаленных микрорайонах. Это малые школы, четвертая и пятая школа. Полтора года назад на две из этих улиц деньги уже были выделены. 1,5 миллиона. Но власть не смогла их освоить. Это стыдоба. Деньги, они упрекали в том, что бюджет был принят с большим опозданием. Я хочу напомнить всем о том, что в 2010 году, когда приезжали сюда два президента и проводилась встреча в городе Глухове, то деньги в размере 7 миллионов были выделены вообще во вторник, а в пятницу президенты приезжали. Так вот, 7 миллионов было сделано дороги подъездные к городу, а потом еще и сделаны ремонты дорог по многим улицам нашего города. И мы это успели сделать. Они не смогли это сделать. 1,5 миллиона по курсу 25, а тогда это 7 миллионов по курсу 8. Люди же остались работать те же, которые работали и раньше. Просто подход должен быть у людей совершенно другой. Они должны переживать то есть, скажем, в их функциях, за которые отвечают по своим должностным обязанностям. И получают за это деньги. Отвечают перед людьми за ресурсы, которые выделены на нашей территории. На кого вы можете сейчас опираться? Кто может вас поддержать? Вот, например, там, может быть, народные депутаты. Вот когда я говорю о команде, у нас команда была давно, это уже не один десяток лет сложилась эта команда. На сегодняшний день руководителем этой команды, в принципе, есть народный депутат Украины Андрей Леонидович Деркач, глава фракции в областном совете Олег Анатольевич Бояринцев. Вот те люди, которые там, депутат областного совета Вайло Надежда Алексеевна, депутат областного совета Мария Николаевна Коняева. Это те депутаты, которые действительно переживают о нашем городе. И все решения, которые принимаются то ли в Верховном Совете, то ли в областном совете, они направлены исключительно на то, чтобы максимально привлечь ресурсы сюда. Что такое привлечение ресурсов? Я хочу всем объяснить. Когда ресурс, привлеченный в город Глухов, независимо от того, то ли на строительство там дороги, то ли на строительство там на ремонт какого-то здания, это всегда рабочие места. Почему? Потому что к этой же работе привлекаются строительные компании. А строительные компании – это люди. Это люди, которые потом получают заработную плату, которые отчисляют налоги в местный бюджет. Поэтому это привлечение денег – это в конечном итоге это трудоустройство, это налоги и тому подобное. Руководителем нашей команды является народный депутат Украины Андрей Леонидович Деркач. Вот он на протяжении последних лет судился с исполняющим обязанности министра здравоохранения Супрун. В чем была самая главная, в моем понимании, проблематика нерешения подготовки второму этапу реформы? Все чего-то ждали, при том, что понимали, что услуги, которые будут оплачиваться НСЗУ больницам, должны быть предоставлены качественно. А для того, чтобы предоставить их качественно, необходимо, по крайней мере, в первую очередь, это оборудование. Оборудование, которого крайне не хватает больницам. И
их необходимо было или централизованно, как это было раньше, закупать на уровне государства и предоставлять больницам, понимая о том, что на этих территориях проживают люди, должна быть какой-то вестись анализ в Министерстве здравоохранения о том, что в этих, на этих территориях не хватает того, того, того. Частично это оборудование должно было закупаться и за местные бюджеты, что, к сожалению, вот мы настаивали на том, что давайте купим то, давайте купим это. Не, было всегда отказано. Более того, самый глобальный там проект был на уровне район предоставляет деньги, область предоставляет деньги, и должен предоставить был городской бюджет по миллиону для того, чтобы закупить рентгеноборудование, которое в Глухове вышло уже давным сроки, там, 60-х годов оборудования. Не было реализовано. И вот получается, что пока не будет дополнительно какое-то приобретено оборудование, и услуги оказать они смогут. Они смогут оказать услуги, значит, не смогут получить дополнительные ресурсы на больницу, ну, на КНП. Архітектурний центр Глухова дивовижний. Тут у Миколаївській церкві 300 років тому благословляли на гетьманство Івана Скоропадського, Данила Апостола, Кирила Розумовського. У Трьоханастасіївському соборі Глухова, що є маленькою копією Величного Володимирського собору у Києві, знаходиться родова усипальниця династії меценатів Терещенків. Храму нині золотять купол, а поряд знаходиться Глухівський меморіал загиблим у Великій Вітчизняній війні, понад 500 воїнів, подвиги яких, говорить Юрій Барлака, мабуть, його попередник вшановувати й не збирався. 1 апреля приступил к выполнению обязанностей Старогородского совета. Я с сожалением узнал о том, что в городе даже не было подписано распоряжение о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне. До 9 мая мы, конечно, не успеем за такой короткий промежуток, но не позднее 1 июня там будет переложена плитка качественная, современная. Мы бы, конечно, бы и мемориал сам переделали полностью. У меня есть задумка о том, что там должны быть не буквы там написаны там, кисточкой, а это должны быть гранитные плиты положены. Ну, люди, которые отдали свою молодость, свое здоровье, свои жизни за нас, за нашу жизнь, они заслуживают огромнейшего уважения. И я всегда говорил о том, что память о них должна жить вечно, в нашей памяти, пока мы живы. И подвигами мы обязаны гордиться, и нечего этого стесняться. Это действительно был подвиг совершен, который во благо жизни, во благо мира на всей земле. Вот мы стоим сейчас у памятника Рученку Григорию Сергеевичу. Не каждый глуховчанин даже может назвать имя, отчество генерал-майора танковое подразделение, которое освобождало город Глухов. И город Глухов, который был освобожден 30 августа 1943 года. На этом месте, на этом мемориале, похоронено 502 красноармейца, которые защищали город Глухов и освобождали его в 1943 году, а также 51 партизан. То есть здесь более 500 человек похоронено. Это реальное кладбище. В честь освобождения нашего города было 4 подразделения Красной Армии, были удостоены звания именно глуховских. Это 226-я стрелковая дивизия, это 70-я дивизия, это 23-й танковый корпус и дивизия прорыва была. Вот 4 подразделения, которые в дальнейшем принимали участие в составе 60-й армии под командованием Ивана Даниловича Черняховского в освобождении города Киева. Это именно они были основанием Лютерского плацдарма. Поэтому вот те, кто освобождали наш город, потом в дальнейшем освободили Конотоп, Бахмач и Нежин. И в Нежине было формирование, переформирование этих подразделений, и в дальнейшем они пошли на Днепр. Поэтому... Ну, взаємосвязь. Власне, наш город освобождали ті, хто в дальнейшем потім освободив столицю нашої родини, город Київ. Яким буде далі життя у Глухові? Питання відкрите. Адже нечисленна команда Мішеля Терещенка не змирилась із змінами у керівництві містом. Відтак не виключено, що конфлікт може переміститись у судову площину і спричинятиме у місті непотрібні колотнечу і протистояння. Восени ж в Україні мають відбутись вибори на місцевому рівні, де глухівчани мають добре поміркувати, за якими критеріями обирати глухівського міського голову.